Всем привет! Вот иду с магазина. Решила немножко поснимать здесь по дороге. Такая вот поляна красивая. Там вот мой домик. Такая погода сегодня у нас хорошая. Колокольчик. Тут такой бульдонеш расцвел. Калина. Бульдонеш — это тоже калина. Такая вот красота. Это курят порезать, да? Ну вот, все, сварила я борщ. Хорошо. Я радостный. Я уже радостный. Так. Но сегодня опять всю ночь не стало. С фасолью. Вышел не свежий. Обычный красный. С капустой. Принесла немножко этого. Какого? Щавеля. Думала, если докислить его немножечко вместе с зеленью. Но не надо было щавель ложить. Он и так вкусный получился. Не стала ложить. Одной курицы что-то не вижу. Наверное, яйцо где-то там несет, сидит. Так, сейчас пойдем к уточкам. Вот это... Тоже хурма, по-моему. Ой, я иногда деревья не запоминаю. Так, вы мои хорошие. Она еще не плодоносила ни разу. Так. Рассказывайте. Сейчас я буду насыпать. Они будут разговаривать. Что-то сегодня они не сильно разговорчивы. Ну, слышно вроде. Вот это пестренькая, это Дуся. Муж ее назвал так. Тихо говорят. Тихо-тихо. Вот расцвел еще один клематис. Только-только. Вот она, рассада. И еще один клематис расцвел. Вот это вот розочки уже бутоны набрали. Вот это Глория. Глория Дей. Это вот мои цветочки. И сейчас я еще покажу один. Клематис третий тоже расцвел. Там вот эта вот роза тоже вся с бутонами. Цветы выставляю потихоньку. Курма уже отцвела.
посмотрим, будет хурма в этом году, нет, еще не вся цвела. И вот он еще один клематис расцвел. Там тоже. Вот такой. И вот эти тоже. Такие вот они. Тут на улице белый клематис в этом году обломился. В прошлом году был очень красивый. Тут надо все чистить мне. Это вот плетистая роза. Никак не расцветет. Ну ничего. Вот это вот мы сюда пересадили жасмин розовый. Так вот, он уже зацвел. Такие вот веточки. И там, я смотрю, расцвел колокольчик. Тюльпаны доцветают еще. Вот эти розы мы пересадили. Их тут несколько кустов с той стороны и с этой. Ну, разрастутся. Покажу. Барвина еще цветет тут. Вот такие вот тюльпанчики. Колокольчик. Тут уже так заросло все. Пион набрал бутоны. Вот колокольчик. Вот это пион. Сирень уже отцвела. Птички поют. Какая красота. Ну, на этом я заканчиваю на сегодня. Всем пока!